Всем привет! У нас сегодня Dot.io, да. Я не хочу такой ник иметь, а? Идрен батон. Так, все, по-моему, нормально. Так, да почему такой экран? Давайте хотя бы на серединку. А то как-то фигово он любит меня делать, но... Да пошел ты, я не хочу быть читером. Да, ну, конечно, может быть, я не мастер почитать, как некоторые пишут. Ну, блин, ребят, когда ты тебя заставляют по часу в день читать, потом ты идешь пилить ролики, потом идешь делать уроки и опять пилить ролики. У меня на языке скоро мозоли будут. Поэтому я люблю делать беззвучные, как бы, как это сказать, видео. Под музыку смонтировал, и я, и все, изи-пизи ролик. Ну, блин, кому-то просто такое не нравится. Не нравится, не смотрите. Есть и хорошие ролики, есть и плохие, я согласен. Почему-то мне напоминает это Слезарио. Эх, ностальгия по Слезарио. Когда мы с друзьями на переменках зависали и играли в Слезарио, никогда не запомню. Тьфу, не запомню. Не забуду это. Конечно, да. Конечно, Слезарио сейчас уже играть уже не так как-то модно, так сказать. Сейчас все в эту ФК-арену и рейд рубятся. А мне рейд не нравится. Поскольку он просто... Души в нем такой нету. Так, давайте сожрем одного, сожрем второго. Иди сюда. Ой, это слишком DR-101. Что-то мне знакомо это. Ах ты ж говно. Я вспомнил, он убил меня однажды в онлайн-игре. 2 или 3 года назад. Если это... Не, ну, блин, реально это он? Если это он, то он мне поплатится за то, что он мне однажды сделал. Давай, жри их. Жри. Жри его. Жри. Да. Ну ты говно, я тебя убью. Дыр один. Ах ты ж, чмарина, подожди, пофиг, тут реклама не такая длинная, я думала, будет подлинней. Сейчас я живу, я убью всех. Вот, блин. По-моему, у меня был не 6-й уровень, да? Правильно я говорю? Я просто хочу кое-кому отомстить. Да, конечно, я и могу это забыть. Но я хочу ему отомстить за это. Никогда не забуду это. Горит. Ладно. Всем пока. Я больше в это не хочу играть. Ну... Поиграли. Поиграли называется.